Сегодня у нас 19 июня 2018 года, 14 часов. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, Татьяна Мактум Сайфуддин. Это вот я в моем мейлинге, это вот моя страница Фейсбука. Загружаю на нее видео, как вчера были в магазине с Василием Валерьяновичем. Вот, были в магазине. В магазине «Лента» в Петергофе покупали продукты. Вот, сейчас я завтракаю на втором этаже моего эллинга. Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9, В, эллинг 24. Вот, завтракаю в моем эллинге. Такие вот дела, я уже приготовила мой завтрак. В общем, клубника с терапольским пирогом, который я вчера, в общем, купила его. Так что вот, вот такие вот дела. Так что вот там бумагу для принтера. Очень много что вчера купили в магазине. В общем, бумагу для принтера, тетрадки. В общем, там что-то по хозяйству. Также продукты, сливки, клубнику. Вот. Сделал мне кофе, нет? В общем, как говорят, за завтраком надо о чем-то хорошем говорить. В общем, думать положительно. Только что, пару минут назад, мне звонил участковый полицейский и спросил, что же я к нему не приехала. Он мне сказал... Так, что он сказал, и нужно ехать. А я ему сказала, что да, я вызвала полицию в 3 часа ночи. Мне нужна была помощь, мне дверь ломали в 3 часа ночи. Мне нужна была помощь. Полиция не приехала и не позвонила. Он позвонил на следующий день в 12 и сказал, чтобы я приезжала. Зачем же я к нему поеду? Если надо написать заявление, я его отправлю по почте. Напишу и отправлю. Вот. Мягко сказать, что я недовольна, что они не приехали, вот, это вообще ничего не сказать. Поэтому он мне сказал, что если я не приеду, то он подаст документы в суд на меня за ложный вызов. Ну пусть подает, подавайте в суд за ложный вызов. У меня есть доказательства, вот, которые я сняла ночью. И полиция не приехала. И что вам надо вообще? Вы совсем обнаглели. Мало того, что не приехали, так еще звонят и что-то требуют, чтобы я приехала. Было работы, они к вам и не приехали. А на что она, полиция, нужна-то? Если люди звонят по экстренным вызовам. Вот такие вот дела.